мой кабинет. Та-дам! С этой стороны полка, массажное кресло. Оно здесь стоит, потому что его забыли вытащить перед тем, как поставили дверь. А когда дверь уже поставили, оказалось, что оно не проходит дверной проем. Поэтому оно будет теперь здесь. Доска. Мой стол. Парты для учеников. И получается вот здесь раз, два, три. Еще будет четыре и вот так пять. То есть буквы П они будут стоять. Прекрасно! Мне нравится! Эх, чего-то все-таки не хватает. Вот такой кабинет. А это кабинет серого. Это что ж за имя такое странное? Тоже парты буквой П. Доска, телевизор. А, у меня тоже, кстати, у доски будет телевизор висеть. Да ладно! Завтра повесим. Вот так смотрится кабинет. И тут еще комнатка его будет. Здесь будут его вещи, его стол, его книги и так далее. И еще здесь есть кабинет Сережи. Он еще пока сырой. Здесь мебели никакой нет. Ну вот он карту себе сюда приклеил. И еще тут недоделано немного. Вот так. Вот получается, как со входа заходишь. А здесь мой старый кабинет. И вот здесь был зал, а теперь вот это идет вся моя комната. Самая большая. Коридор. Вот там были игровые комнаты. Мы их сейчас заклеили. Там что-нибудь сделаем другое. Вот. И здесь был, получается, один большой батут. Сережа стенку снес. Получается, был большой батут, и вот там были шарики в дальней комнате. И он эту стенку снес, а вот эту между поставил и сделал два кабинета, получается. А у нас снова снег! Что-то в этом году снег прям зачастил. Уже не знаю, какой за этот год. И раньше я любила снег, как эти дети. Потому что мы выходили также, играли в снежки с друзьями. Но как только я села за руль, я поняла, что я ненавижу снег. Всем доброе утро! Сегодня 24 декабря. И догадайтесь, куда я иду. Все равно не догадаетесь. Я иду на открытие нашего центра. Это так круто вообще. Я это событие ждала пол своей жизни. Пол жизни точно. Наконец-то дождались. Я потому что всегда мечтала о своей школе. И когда у меня спрашивали тоже, какая у тебя мечта в университете, я говорила, я хочу свою школу. Вот, но тогда мне сказали... Ты что, с ума сошел? Ты что, это так дорого, особенно в Корее. Это нереально. Но спустя... сколько лет? Спустя лет 5, наверное, после того, как я услышала эти слова, моя мечта исполнилась. И сегодня у нас открытие. Вот несу свой диплом. Я его достаю очень редко, и теперь я повешу его у себя в центре, прям в центре зала. Ты что, с ума сошел? Чтобы все видели, что я не зря училась. Вот, я очень-очень рада. Сейчас покажу вам наш центр, наконец-то уже готовый.
Вот, начну сразу с входа. И вот, кстати, наше первое детище, магазин JK. Это наш первый бизнес был. И вот теперь на третьем этаже учебный центр Омега. Заходим. И вот на первом этаже у лифта еще одна вывеска. Корейский язык, английский язык, русский язык и математика. Так выглядит вход. Прям все кричит. Все кричит. Омега, Омега. Вот так. Заходим. Мы вот так украсили наш центр сегодня, потому что сегодня день открытых дверей. Наш центр называется Омега, как вы уже поняли в тысячный раз. Вот здесь мы подготовили лотерею для деток, для родителей. Это наши дипломы. Здесь пока такая временная зона ожидания, просто чтобы посидели. Потом будем менять тоже. Это кабинет для взрослых и подростков. А здесь у нас кабинет для маленьких деток. Ну как для маленьких, для школьников, для дошкольников. Это мой кабинет. Здесь сейчас 3 парты, но будет 5. Просто сегодня, чтобы места было побольше для людей, которые приходят посмотреть, мы поставили только 3. Вот там мое рабочее место. Доска. Даже массажное кресло есть у меня. Люди уже приходят потихоньку. Спрашивают, играют в лотерею, задают вопросы, интересуются, записываются на уроки. И это так круто. Сегодня у меня вообще такой классный день, хорошее настроение. Сейчас мы будем кушать, очень голодные. Вчера мы легли спать утром, точнее уже сегодня. Легли спать в 7:00 утра. Да, вот эта женщина! И проснулись где-то в 10, наверное. И вот, пришли сразу снова готовиться к открытию и до сих пор не ели. Сейчас будем кушать.